Вопрос, друг или подруга. У нас сегодня ежедневный режим, который называется «Маленький кошмар», где будут маленькие писечки бегать. Мы будем проходить ее на убийственной сложности 7 волн. Я думаю, парочку посмотрим, потом перенесемся к финалу. Итак, поехали. Драгоценные. Проблема этой карты в том, что она нахрен поломанная, и поэтому нужно смотреть, куда мы наступаем, потому что можно совершить... так сказать, суицид, харакири, конечно, мы спарывать никого ничего не будем, но тут есть такие места, где можно просто нафиг улететь. Но мне эта карта нравится хотя бы тем, что она мрачнёхонькая. Да, смотрите, какой прекрасный ангел там стоит на удаленной горе. И посмотрите, какие мастера-рыцари, которых мы будем... Кстати, заметьте, когда мы убиваем рыцарей, из них кровище вылетает. Можно сделать, что это типа големы стоят. Но это не точно. Таким образом, мы можем сделать небольшой такой вывод, что... Правильно, там заключены какие-то люди в эти доспехи. Помолимся за упокой их бедных душ. Ребятушки. Ну что же, мы видим, типа, местный Везувил. Как он там называется... Килуэа, нет, Килуэа, по-моему, просто гора, там где большой, кстати, легко, в Гавайях, по-моему, если я ошибаюсь, стоит. Кстати, местное население этого, это, по-моему, Гавайи, если не ошибаюсь, но я могу ошибаться, сейчас, что нормально. Так вот, местное население бойкотирует астрономов, чтобы бабосики платили, поскольку они, как говорят, ну, хотят все бабы, конечно же, они хотят закрыть доступ для... посещение разнообразных мероприятий, которые нацелены на науку, поскольку, типа, гора священна, так как нахрен священная? Просто люди хотят бабок. Бабок люди хотят. Но суть-то в том, что исследовать-то что-то надо. Исследователи хотят исследовать космос. Между прочим, это полезно не только для тех людей, у кого в голове одни... темы на мистические теории относительно того, что будет после смерти, а нам тоже жить надо сейчас, поэтому я все-таки топлю за науку. Ребятушки, едем на вторую волну. У нас вторая волна с СМГшкой, я бомж, я не накопил на геймобиту, так что будет как будет. О, замечательно, бегут флешки. Кстати, продолжая, о, потрясающие флешки, в общем-то, раздуплили всех, кто там за мной бежал. Ну ладно, окей. Жрите, 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 родненькие. Я вас гранатами накормлю, у нас самоубийственное. Кстати, заметьте, я что хотел сказать. Режим-то мы смотрим, но непонятно, что с режимом происходит. Происходит то, что когда мы убиваем зедов, чем меньше у них здоровья, тем меньше они становятся. Собственно говоря, такая же ситуация происходит и с нами. То есть, это такая... прекрасная фраза вчера прозвучала на стриме. Иммерсивная штука, да, это можно... с большой натяжкой, конечно, назвать, но, тем не менее, пускай будет иммерсивная. Таким образом, мы видим, что... этот эффект применяется не только на зедов, но и на нас. Тем не менее, ребята, продолжая тему про астрономов и прочие дела, я считаю, что нужно топить за науку и находиться сейчас, здесь и вот как бы так, а не думать, что будет потом-то, либо когда, потому что это может быть никогда не случится. Вообще, это может быть, как говорили, симуляция в нашей голове, типа матрица, все дела. Ой, что-то меня в философию потянуло. Но давайте дальше убивать зедов, наших драгоценных, а для кого-то и не очень. Мы с вами посмотрели, кстати, карта называется Madness, как я уже говорил. Один неловкое движение, и вы труп, потому что здесь очень таких моментов много нехороших, когда... промахнувшись, можно улететь вниз, и будет вам большой сюрприз, вы сыграете, скажем так, в рулетку смерти, то есть вот там большой мужчина стоит, которого надо срочно убивать и убегать, потому что он нам ничего хорошего не принесет в эту жизнь, кроме страдания, боли и прочих вещей, мои драгоценные. Поэтому что мы делаем? Правильно, мы бегаем как чешуя, не мушуя. Так, бегаем дальше, видим большую коробочку патронов, а она-то нам и надо, конечно же. Куда нам без нее? Хотя, с другой стороны, если мы бы взяли тот же гемоглобер, то нам бы с ним было бы... Какой гемоглобер? Господи, наркоман ты проклятый. Я имел в виду гемобиту, хотя на... убийственном уровне сложности на первую волну, на вторую волну после первой, где ты возьмешь геномоглобер, на какие деньги ты накопишь. Мы переносимся, давайте так, на пятую волну. Итак, мои драгоценнейшие, мы с вами находимся на пятой волне. У меня до сих пор находится
Ну, то есть у меня теперь ледяной клык, но он улучшен только на один заряд. И того у него, вот. Мы сейчас посмотрим, как это мне поможет пройти эту долбанную волну, но... Ну, щит. Ой-ой-ой-ой-ой. Я люблю это место, потому что отсюда прекрасно можно лететь на Кипор. Прям бесплатно. Как это называется? Кельвин Айрлайнс. Когда Кельвин, Кельвин. Опять Кельвин, черт подери. Что такое с моим восприятием сраный мир Killing Floor 2? А я имею в виду, что тут Зеды нам помогут прекрасно перелететь со скидками, кэшбэком и всеми делами, когда дадут мне под жопу пинками. Ну, само собой, по-другому быть-то не могло. Ребята, вы обратили внимание, какой прекрасный у нас интерьер вокруг нас образуется? Карта просто потрясающе красивая, несмотря на то, что я бегаю как вонючая жопа осла, потому что, ну, по-другому тут никак не получится. И, кстати, одно неверное движение, и вы труп. И это, кстати говоря, самое интересное, что вы не видели, вы не знаете. Я тут уже умудрился просто-напросто суициднуться, упав в не ту клетку. Да, вы не ослышитесь, ребята, не вниз, не в бок, а именно в сраную клетку. Тут внизу есть такие интересные провалы. Шаг буквально влево, вот туда вот вниз, и готовен нам сюрприз, который нас не очень-то и обрадует. Это сюрприз, который, когда тебя на день рождения дурить, вместо хорошей игрушки какую-то подарить сраная книга, и ты думаешь, черт подари, что это за подарок, или не дай бог свитер какой-нибудь подарить, а вы маленький мальчик, который... Всего-то 6 лет, и он чувствует, что его обманули. Вот это прям грустиночка, которая нас сейчас с вами в принципе и отображает. Наш картина мира. Ты что-то делаешь, паскудник? Оу, там, заметьте, я хочу обратить ваше внимание на то, что задовчанчики, получая... Я это уже говорил, но я еще раз повторюсь, что мы видим, как они трансформируются в маленькое говно. Собачье, кошачье, какое хотите, в общем-то, выбирайте. Да, есть новый. Теперь мы уже знаем, что появился новая пушечка для товарища-выживальщика, которая делает очень интересные штучки. Практически то же самое, что сейчас делаю я с собой. Опа, блокируем, и мне это не помогает никак совершенно. Осталось маленечко, и, видимо, я сейчас сдохну. Но я попытаюсь жизнь подороже свою продать. Он захрипел, он, видимо, маленький паскудник. Не возьму, не возьму. Оу, очень плохо стоит здесь. Потому что это может мне очень-таки не помочь. Независимо от того, что они такие маленькие, ребята, не обманитесь их внешним видом. Бьются они так же больно. И ваша жопка может превратиться в салат. По-пекински, по-кантонгски, в общем. Какой вы любите диалект, такая у вас и будет приготовлена еда. Здравствуй, мать моя честная. Полетай-ка ты там, вот где-нибудь подальше от нас. Ну что же, ребятушки, вы все видели. Сами мы переносимся на седьмую волну и будем смотреть босса. Поехали. Итак, драгоценные, у нас с вами последняя волна. У меня ледяной клык почти что максимального уровня. А может быть и максимального, я вам этого не скажу. Да нет, не максимального, конечно же. И гемобита, который я... Очень-очень люблю. Как видите, у меня 15 уровень, то есть я могу на себя выбрасывать хилищи и гранаты. Если кто-то меня решит раззадорить и убить, то тому никак не быть, потому что я буду себя хилить. Ребяточки, вы понимаете, Цимис, проблемы, которые пытаются со мной совершить Зеды, но опять же, они будут предоставлены перед лицом страшнейшей дилеммы. Таким образом, мы с вами очень даже неплохо можем себя чувствовать в данной ситуации. Опять же, напоминаю, карта долбанутая, поэтому если вас выкинут, вы, в принципе, умрете. Хотя, если вы сможете дожить до конца, скажем так, если вы доживете до конца волны, то вас выпустят из той клетки, которой мы очутимся, если мы вниз упадем. Есть такой момент. Вот, вы теперь знаете, вы теперь научены, если что. Это вам по секрету всему свету сказал сейчас, ого. Я больше никому не скажу, только тебе, дорогой друг. Окей. Вот, едем дальше, бьем по кучам старой фальши. Окей.
Так, ну что же у нас тут, пока все, что ли? Ну, что-то вы как-то не густо мне встречаете на седьмой волне, ребят. Ну надо подзадориться, кучу флешечек вытащить, а то как-то саспенса нету. Какие-то ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам-бам-бам. Девушек каких-то полуголых вытаскивают. Решили сиськами купить? Не получится. Не получится у вас так отмучиться. Нет. Ну, надо тогда бал сразу количеством брать. А то что вы тут? Ну, нет, лучше качество, конечно. Конечно, лучше качество, ребята. Количество, это, конечно, хорошо, но мы уже этот этап прошли. Нас это не заинтересует. Да? Хотя, да, по-разному жизнь бывает, по-разному, здравствуйте, вот вам пора уехать в Магадан. Понятно, Магадан не очень вариант вам нравится, я понял, давайте так, давайте, еду в Магадан. Окей, отстань, ты в Магадан со мной не едешь, я не хочу тебя видеть с собой в Магадане. Так, натребонькиваем. Раз, два, три. Посмотри, параба, что у тебя здесь будет внутри. Один, зет. Прощай, мой дед. Все, ребятушки, теперь мы едем к боссику. Ну что же, драгоценный, я тут смотрел, думал, куда нам встать. И встать особо-то некуда. И спасибо, вашу мать, что мерзость вы решили нам подать. А иначе нам... В принципе, должны сдюжить, друзья мои. Бегай, стреляй, главное, чтобы от тебя кусок не откусили в тот момент, когда ты решил сделать прекрасный пируэт. Иначе тебе будет обеспечен тет-а-тет с очень толстой попа на обед. А мы не можем позволить себе этого. Онет. Нам? Где он? Здравствуйте. А я вот тут вижу ваше порождение тьмы. Как так получилось, что вы туда, он там? Ну, ребята, с чем? Вот эта теребонька, конечно, хорошо это делать, но я думаю, что я бы предпочел что-нибудь повеселее. Ладно, хорошо, пока гранаты есть хилометские, можно прожить как-нибудь, но это не точно. О, здравствуйте, большой мужчина, через жопу жевать, рвать мой челюстями мой этот тот пацан. Ребят, ну, как-то пока дело не очень получается, да? Спасибо за мою большую скорость, которую давать мне топор. Автомат жопа рвать. Ой, май факин гад. У него кусок, мой зад застрять в лицо. Ой, щецкий. Так, дяденька, что-то мне не нравится, куда вы бежите. What the fuck? Давай сразу накидаем много гранат. Может быть, тогда ватафак станет по меньшей мере хотя бы в половинку. Хотя нет, это чисто тихо не уменьшится. Бежим. О, прыжок. Прыжок веры, затяжной прыжок. Самогонный аппарат, где застрял? Так, бежим дальше. Хилометчик, спасибо. Ребята, это потрясающе. Это потрясающе. И жопа толстая тоже уменьшается. И это еще дважды улучшенный момент. Я вижу, как жопа уменьшается. О, этот целлюлит долой. Прекрасно, бежим, дорогой, бежим. Хилимся, бежим. Стреляем, как мажим. Окей, yes. Я рвать твой fucking ass. Yes. Ну-ка, нюхай мой потрясающий ароматерапия. Да, специально для тебя готовил. Так, еще занюхнуть надо гранату. Постоим. Ой, он разодорился. Он меня жрать бежит! Жрать бежит! Толстый жопа жрать бежит! Не хочу умирать! Не хочу! Не надо! Я бегу, кидаю всю гранату! Ох, fucking shit! Какой старый махабек! О, не убить тебя вовек! Бегу! О, ребята, что творится в наших краях? Убийственные, сказали они мне. Убийственные легко, давай быстрее, ты что делаешь, да? Я говорю, всегда есть какая-нибудь жопа. И вот он, жопен трахен, уже творится прямо здесь. Бежать срочно, кидать гранаты, много гранат, жрать. Хотел сказать кокан, но не хочу. Нет, ребята, не хочу. Я чё же, себя не уважаешь не совсем? Не. Слушайте, а мне кажется, что мир с маленького размера уменьшился. И даже не маленечко, а нормально так уменьшился. Здравствуй, старый кукан. Я бежу и бегу. Так, я вроде на этом... Слушайте, вот, в принципе, не такой уж, в принципе, простой босс, казалось бы, да? Вот с последним все-таки, когда его последний раз подтянули, вот стало прям так хорошо, интересно бежать, да? Бежать. Убивать его интереснее стало, потому что здесь кукунцы!
творят заунынные штуки. В общем-то, ребятки, где наше достоинство? Где ты? Черт тебя подери, где ты? Выходи на честный бой, будем бороться мы с тобой. О-о-о-о. Я все-таки надеялся, что его свои порождения маленько теребонькают, но чувствую, надеяться на это дохлый номер. Слушай, что-то ты обмельчал, обнищал. Вот, хорошо бы, конечно, с уменьшением размера уменьшался и урон, но он так дрыщет, что, пожалуй, нет. Диспропорции не замечаю. Особенно относительно урона. Так, вот так, вот так вот. Так, ладно, ждем. Заряжаем. Стреляем. Патронов просто как не себя. Слушай, что-то он прям там снизу пошел. Что-то он почуял неладное. Молодец, парень. Соображает, разбирается. Старый черт! Слушайте, вот теперь, ребятушки, у нас дилемка небольшая. Если я сейчас его не убью от Седова, мне Кукан Иванович придет очень быстро. Поэтому я сижу, хилюсь, пытаюсь его убить, и все будет хорошо. Если получится, это будет отмучиться. Это самый лучший вариант, ребята. Это не читерство, он просто упал вниз. Вот такой судьбы каприз. Только ноги из дерьма торчали, мерзость круто обломали. Большой палец если отдельно, если вы знаете, о чем была речь. Друзья мои, и мы с вами получаем вот такую штучку. Нужна ли вам такая долбанная кепка на прекрасном брутальном мужчине или женщине, я, конечно же, не знаю. Но суть вопроса, что получаем странный сувенир. За этим я с вами прощаюсь. Stay safe and brutal. И до новых встреч, мои золотые. Счастливо.